Друзья, всем привет, с вами канал ФРШК, и мы продолжаем вас знакомить с нашим медиа-турниром. Мы сегодня покажем вам второй матч тура ЛДС против Метеора. Можно сказать, что это матч тура, который очень важен для обеих команд. Ну что ж, давайте приступим к обзору матча. Ну что ж, а вот и начало игры. Очень интересно, какая команда сможет отобрать у кого очки, потому что действительно очень интересно. Главный матч тура, не зря его так называют. Так, здесь момент у команды Метеор, он на вратаря скатывает, и вот после ошибки ЛДС на первых секундах забивают гол. Довольно-таки неприятный момент пропускать на первых секундах, и теперь Метеору нужно отыгрываться. Счет 1-0, и видим пока что в ближайшие минуты именно преимущество игроков в зеленой форме. Еще один момент с углового. Я думаю, что если бы здесь был бы гол, то Метеор, наверное, бы очень и очень тяжело было отыграться. И сейчас мы видим, как на правом фланге Метеор мяч отбирает. И гол. Гол 1-1. О чем я и говорил, что команда будет атаковать. Команда будет не согласна команды со счетом 1-1. И, конечно же, будет играть до конца. Еще один удар. Можно, конечно, отметить правый фланг команды Метеора. Очень часто они его взаимодействуют. Например, как сейчас. И еще один удар. И 2-1. Вот так вот переворачивается игра совсем. Вроде бы казалось, что после ошибок Метеору будет тяжело отыграться. Но нет, нет. Счет 2-1. И вратарь здесь мяч отбивает. Просто посмотрите, как команды действуют. Вот, допустим, у Метеора, еще раз отмечу, правый фланг. На левом практически игры нет. В основном игра идет на правом. А вот как раз таки у команды ЛДС наоборот. Именно через левый фланг команды множество моментов создают. И опять правый фланг, удар. Очень-очень эффективный фланг. Я думаю, что те команды, игроки, которые смотрят сейчас этот обзор, должны взять себе вот на подкорку конкретно вот такой вот тактический момент у команды в белых футболках. Удар уже справа, наконец-таки, и здесь вратарь отбивает. Угловой, и здесь этот гол не засняли с прямым ударом, как бы если бы вратарь не коснулся, то гола бы не было. И здесь уже счет 2-2. Вот это действительно интересно, как сейчас команды будут действовать. Здесь борьба идет. Удар. Нет, здесь защитник блокирует этот дальний лонгшот. Еще один дальний удар. Множество дальних ударов. Все-таки защита каждой из команды довольно-таки эффективно работает. Еще один удар. Здесь такой проникающая передача была на левый угол ворот. Еще один момент. Теперь уже у команды ЛДС и гол. Посмотрите, насколько интересна эта игра. ЛДС забивает гол. Метеор сравнивает, забивает. Потом ЛДС сравнивает, и уже ЛДС впереди. Просто посмотрите, насколько это крутой футбол. Уже счет 4-2. Вот примерно так вот игра у нас происходит. И здесь уже вратари включаются. Моментище у игроков ЛДС, уже второй тайм. Нет, к сожалению, это мимо. Ну, пока что мы видим преимущество ЛДС во втором тайме. И здесь гол. Кстати, наверное, стоит отметить, я этот матч судил, и, наверное, что этот гол не должен был быть засчитан, потому что не видел я там фол. И, наверное, в следующий раз нужно обращаться к ВАРу. И здесь гол. 5-3. Сможет ли откомбэчить Метеор? Но я думаю, что те, кто следят за нашими группами ВКонтакте, Инстаграмом, Телеграмом, все знают, какой счет. Ну, опять же, есть повод прорекламировать наши социальные сети. Так, сейчас мяч находится у вратаря команды ЛДС. Борьба на коротке. Футболист Метеор разгоняет атаку, уже получается правый фланг, всеми любимый.
И что ж, что здесь будет? Пока что мы не можем увидеть, что здесь будет. И нет, мяч все-таки в руках у вратаря. Угловой. Еще один удар. Здесь уже защита вынуждена помогать голкиперу, потому что действительно вроде бы как Метеор свою игру нащупал. Дальний удар. Нет, мимо довольно-таки плотно мяч летел. Я думаю, что если бы мяч полетел в створ, то у вратаря были бы трудности. Еще один удар. Снова вратарь отбивает. Смотрите, какая плотность игры. Насколько никто не хочет в этом матче уступать. Удар и 5-4. Посмотрите, насколько это интересная игра. Я еще раз повторюсь, потому что даже я, зная результат, зная, видя эту игру, мне еще раз интересно ее посмотреть. Здесь не особо удачно сыграл вратарь, прямо-таки на нападающего футболиста в белой футболке. Пустые ворота, но нет, посмотрите, не смог здесь футболист ЛДС в пустые ворота забить. И, конечно, стоит отдать респект защитнику, потому что при таком счете, при таком темпе игры пропускать ни в коем случае нельзя. Последние секунды уже этого матча, и будет ли здесь гол? Да, 5-5, команда Метеор отыгрывается, просто посмотрите, 5-5, скамбэк с 5-2 до 5-5. Ну что ж, а вот сейчас действительно интересно, последние атаки у команд. Будет ли здесь удар? Нет, здесь в подкате играет защитник. И посмотрите, какая красота, какая красивая комбинация. Как вам этот момент? Можете написать в комментариях. И на этом матч закончен. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели видеоролик до конца. Обязательно пишите в комментариях ваши эмоции, за кого вы болеете, да и вообще, кого вы считаете лучшим игроком матча. А с вами был канал ФРШК, всем до скорой встречи, пока!